Всем привет, я Артур Ершетов, и это ТОП ШОУ НЮС, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. На ютубе появилось видео из нового шоу с Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В новом выпуске герой пятигорского телевидения знакомится с синтоловым качком Кириллом Терешиным по прозвищу Руки-Базуки. Но спустя какое-то время между ними завязался скандал. Об этом более подробно прямо сейчас. По сюжету Жорик находит дорогу к дому Терешина с помощью коллеги по творческому цеху Семена Слепакова. А после знакомства Вартанов просит Руки-Базуки призвать подписаться на его канал. На это ставший популярным после шоу Андрея Малахова прямой эфир, качок-фрик отвечает, что это будет не бесплатно. Такой ход мысли Кирилла Терешина возмутил горячего кавказского парня Жорика. 4000 рублей. Что? Ты кого себя возобновил, а? Ранее скандальный бодибилдер выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный артист вместе с другим исполнителем зачитывает строчки об оглушительном успехе в их жизни. Напомню, что Терешин – житель Пятигорска. Парень стал известным в конце 2017 года. В сети фрик выкладывал фото и видео, на которых демонстрировал результаты инъекции синтола. На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. А также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!